Привет! Это лучшая сотня треков по версии сайта «Зайцев нет» за июль 2020 года. И я, Кристина Брахман. Июль этим летом выдался поистине жарким, но топ-100 за июль более огненный. Прежде чем мы расскажем, какие песни оказались самыми популярными в июле, нажми лайк и колокольчик, а также оформи подписочку. Ну, вот, а теперь погнали! Не будем долго откладывать, а первое место словил Краш. Клава Кока и Нилетто «Краш» – трек для тех, у кого личный маньяк и душитель. А вообще, песня, в принципе, о любви. Второе место Хэнси. Поболело и прошло. Поболит и пройдет, как говорят многие. А июль вышел любвеобильным месяцем. Любовь имеет свойство заканчиваться, а мы продолжаем. Поболело и прошло. Сорвала крышу вверх по чарту на 37 позиций. Бронзовую медаль нашего топа заслужила «Карнавал». «Психушка». Четырьмя литрами объема заявив о себе, объявился черный бумер. Не тот старый, а новый. Четвертое место. Дава, черный бумер. Фит Серега. Красота по степени важности стоит лишь на пятом месте. Нилетто, ты такая красивая. Кстати, у нас на канале есть обзор на текст данной песни. Посмотри, многое поймешь. Ты такая красивая, такая красивая. Смотрю в твои глаза, прохожу мимо. С первого на шестое место подвинулся дуэт «Раим». «Двигаться». Ну а мы двигаемся дальше. «Дочка прокурора» пересела с 17-го на 7-е место. «Слипи», «Дочка прокурора». Берегитесь ее, батя. Трафик с ТикТока просел со 2-го на 8-е место. «Замедли», «Она в моем ТикТок». «Баф», «Пчела», «Баф», «Урод». Это 9-е место. Меня ужалил пчелобав, урод. Моргенштерн воспользовался своим советом. Моргенштерн пососи с 5-го на 10-е место топа. Я легенд какой, но такой молодой. Подвил с мацой, тупый тип тупой. Вот так выглядит список самых прослушиваемых треков за месяц. Напоминаем, вы можете непосредственно влиять на топ 100, слушая любимые треки и делясь ими с друзьями. А теперь пошли треки из второй десятки. Места с 11 по 20. Кайфуем, кайфы, кайфы, кайфули. Полина высока. Это юность моя, это юность моя. Гречка в мартини, мы на карантине. Бокал полный ксок. Она скрывает свое лицо. Ты мой кайф, ты мой кайф. Я тебя люблю, я тебя люблю. Как же мне с тобою отыскать такое, чтоб найти. Позади 20 треков июля, впереди еще 80. Места с 21 по 30 заняли следующие треки и исполнители. Я просто трачу себя, я просто трачу себя. Это мой Порш. Она хавает, я зовут ее Ано, Ано. Пришла закатная ночь. Вечериночка, вечериночка. Снова седая ночь, и только ей. Мы намеренно мили себя, как дети-кути. Дал-далу шоу, дал-далу шоу. Тишины хочу, от зари до зари. Мы продолжаем идти по нашему топу. Места с 31 по 40. Я тебя не брал. Baby, кто тебе сказал? Так дела, это новый кадиллак. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки. Ты такая по приколу, наливаешь кока-колу. Люби меня, люби, жарким огнем. Почему так больно сделать?
Итак, это лучшие 50 треков, которые в июле стали популярными. Места с 41 по 50. Девочка, разноцветная витаминка. Мне пух, пух, тебя люблю, но веду себя так. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. Поделитесь в комментариях, какие из уже услышанных треков станут вашим саундтреком лета 2020. В июле места с 51 по 60 распределились так. Дикая львица, ты моя царица. Под фонарем музыка так орет. Пчела, пчеловод, а мы любим мед. Полетят мотыльки над тайгой. Мы с тобой сыграем в прятки. Это по-прежнему подборка лучших треков за июль по версии «Зайцев нет». Но места уже 61 по 70. Бабы, это провал. А вот как на самоизоляции выглядели треки и исполнители на местах с 71 по 80. Это что за поц шагает мимо нашего двора? Я теряю голову от любви. Мало, 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 тебя не выносить. Незабудка, твой любимый цветок, воздушный пац. Искал тебя вечно, вот идиот. Девушка френдли, девушка топ. Я видел ее танцы, танцы в тик-топ. Ты говорили, что в Беверли Хиллз. Можно плакать на техно, а следующая десятка, она вот такая. Места с 81 по 90. Главное, чтобы был дома охуенный хавчик. Не расходимся, друзья. Замыкающая десятка, места с 91 по 100. Малолетка, о, малолетка. Ой, да где я? Я дома, угадай, как я. Вот такая она, сотня за июль. Такой ее сделали вы, дорогие слушатели. Последний месяц лета. Давайте разнообразим топ-100 за август новыми треками. Как? Слушайте как можно больше песен. С вами были Зайцев Нет. Пока!